Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Вушка, Пончик и Димончик. Поприветствую. Здоровья. Короче, пацаны, как видите, мы на двух ГТРах, это, конечно, ничего не значит. И мы возле церкви, это что-то значит. Ну, какие ваши догадки? Вы только что видели, как пацан там полетел, да, на красной тачке. Короче. А он, походу, Булкина пересмотрел, хочет, наверное, залететь. Ну ладно. Короче, пацаны, может, знаете, нет, но два дня назад я стоял на ЕКХ, даже не два, а три, и вечером ко мне приехал мой подписчик, забыл, как его уже ник, он написал, типа, поехали на свадьбу. Я думаю, ты чертов гений. И мы, короче, решили устроить свадьбу с реальными, короче, девушкой. Девушку вы потом увидите в серии, там, эта серия будет записана, типа... Как любой фильм, который вы смотрите по телевизору, там РП, всякие фигня, короче, с голосами, не так, как обычная серия, как я сейчас снимаю, а нормальная свадьба, вот. По типу жоповоза, ссылочку на плейлист я тоже оставлю в описании, по типу так будет записана данная серийка. Вот, могу сказать, что 60% уже всей свадьбы мы записали, голоса уже записали, вот, и нам осталось только свадьба. Я хотел вас пригласить у всех, всех на эту свадьбу, потому что мне, короче, надо, чтобы очень-очень много народу было, это же свадьба, ё-моё, и вы попадете, короче, в кадр. Вот, данную серию снимаю, короче, без монтажа, потому что мне надо срочно уходить и срочно записать это видеоприглашение. Вот, сбираемся все, а также хотел сказать, у кого есть эмки или калаши, чтобы вот тут все вставали, и, короче, берете калаши ваши, вот, и так потом направите воздух и будете стрелять, типа как чеченская свадьба, поняли? Я вас тоже подсниму и приветы там всем-всем, конечно же, передам. А когда будет свадьба? Свадьба будет 7 июля, завтра на 2 часа дня. Если что-то изменится, то я... Напишу об этом в беседе, но будет свадьба на 2 часа дня, так что прошу до 2 часов дня все, чтобы были тут, адекватно запарковали все свои автомобили, либо вот здесь на лужайке, либо возле дороги, чтобы я бы смог заехать, потому что жених с невестой будет заезжать на Rolls-Royce с двумя геликами, вот. Мы приедем, короче, типа у нас будет церемония, а потом все вместе поедем в Юшку в кафе, там будем тусить, или поедем, наверное, можем поехать в стрип-бар вот там. Так что пишите комментарии, куда лучше поехать. И блин, а музыка вырубилась, надо врубить опять. Задний фон, это монтаж реальной жизни, короче. Короче, это вот наш свидетель, бегает Димон, в скобочках нет. 7 июля, 2 часа дня, церковь, которая находится в СФ, может кто не знает, сейчас я вам покажу. Вот тут. Вот территории, вот салон BMW, они на немного выше, возле вот этих двух линий, возле серпантина. Я думаю, все, уже кто играет в МТА, прошарены и найдет данное место. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жду всех своих подписчиков на свадьбе. Без разницы, какие у вас автомобили, хоть у вас приоры, хоть у вас шестерки, хоть у вас чероны, на всем приезжайте, чтобы попасть в кадр. Ну, с вами был Вушка и Талибушка. Всем удачи и всем пока. До свидания. И пишите, кстати, хотите ли вы гонки на желание на этих двух красивых ГТР. Пока. Засними его, ёпта. Да, вот так. Ну, лучше, всё. Давайте, удачи. Пойди на.